Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 11-го каталога Faberlic. Оставлю вам свои отзывы на новинки, поговорим об интересных акциях. Итак, поехали! Моноароматы я брать не стала, как вы видели, они были доступны VIP-ам к заказу. Я не очень люблю эти ароматы, которые представлены в новинках, поэтому брать не стала. Если вы брали, конечно же, пишите отзыв, может быть, стоит присмотреться и сделали что-то просто потрясающее. Цена вопроса, конечно, очень смешная. За аромат объемом 30 мл моноаромат, кто вот любит такое, конечно, надо присмотреться. Вообще в каталоге очень много интересных акций, у нас и предыдущий был хороший, и здесь очень много скидок, есть что выбрать. У Мофиличи, кстати, многие любят этот парфюм, многие любят этот аромат, и мужской, и женский, желтые ценники при покупке двух, 60% скидка, такое бывает крайне редко. 60% скидка, смотрите, у нас с вами на запеченный бронзер, мне кажется, он был, пудра была недавно в распродаже, по срокам годности бронзер, видимо, тоже популярностью особенно не пользуется, но вообще вещь классная, у меня есть. Фитосквалан и микс тропических масел и экстрактов у нас с вами в кремовых румянах. У меня оттенок вот самый освежающий, 66-37, спелая маракуйя. Сладкий личи, мне кажется, это будет что-то из ряда вон выходящее, прям Барби, розовые щеки и так далее. Сочная папайя, но он тоже какой-то розовый, поэтому я не стала даже на эти оттенки внимания обращать. Обзор подробный есть, макияж мы с вами делали. Больше не возьму, хочу сказать, потому что мне не очень удобно. Мне понравился, как он на губках, вот этот цвет выглядит. Ну, это, конечно, совершенно нестойкая текстура, поэтому да. 65, как бонус за покупки, First Class. Очень многие любят эту тушь. 50 на Miss Curl. Вообще, много классных скидок в этом каталоге. Прям вообще. Патчи 799. Представляете, 799. Когда они столько стоили? Наверное, тоже подходит срок годности. Серия, кстати, One Week Miracle классная, рабочая. Но вот сейчас летом говорить про какой-то уход, это прям сомнительно. Лак для волос любой 245. Я не люблю лак для волос Faberlic, скажу вам сразу, потому что... Потому что. Потому что это не лак для меня, вот если честно. Мне ничего не держит и не фиксирует. А вот эти новинки, пока такие смешные цены, берите обязательно. Тоже был подробный отзыв, я вам оставляла. Шикарная цена, я возьму себе прям еще две пары однозначно, потому что на неделю хватает процедуры, и потом пользоваться кремом с мочевиной, и ножки розовые, пяточки, как у младенца, ну просто класс. Здорово, что такие вещи в Faberlic появляются, не стоит компания на месте, это очень приятно. В этом каталоге мы с вами еще копим купоны, это второй каталог, то есть получаем за каждые 999 рублей в заказе купон на скидку 50%. Они будут тратиться у нас с вами в 12-м, поэтому обращайте внимание, иногда не хватает там 10 рублей, 50 рублей для того, чтобы был еще один купон. На цену обращайте внимание, именно цена каталога, внизу черная в корзине, когда оформляете заказ, на черную цену смотрите, цена каталога 999, это плюс один лишний купон, фактически цена будет меньше. Так, Океанум. Классная тоже серия. Концентрат для кожи вокруг глаз в подарок. Здесь тоже много подарков в этом каталоге. Обращайте внимание. То есть при покупке пробуждающего крема для лица у нас концентрат в подарок. Классно. Global Oxygen 1 плюс 1 равно 3. При покупке двух бальзамов 15 мл, третий в подарок. Это вот в поездке сейчас с собой летом, там на дачу взять, в сумочку положить. При укусе комара, мошки какой-то, как первая помощь, очень круто работает. Бальзам вообще наишикарный. При ожогах, но тут лучше большой опять же брать. Но смотрите, вот такая происходит классная акция. Мы с вами 45 мл, то есть почти большой флакон. Три штуки, это 45 миллилитров, можем взять за, смотрите, 369 плюс 369, то есть гораздо дешевле. Ну, не гораздо, но на порядок дешевле мы можем взять практически вот полный такой флакон, поэтому акция очень хорошая. Обязательно возьму восстанавливающий активный спрей, он у меня закончился, минус 50, 149 рублей, ставлю его в холодильник. И как спасение, когда находишься дома, и дикая жара, и вообще на утреннее применение, на вечернее очень здорово освежает, охлаждает. Из кремов все время говорю, но новенькие на канале появляются. Дневной крем для лица, именно кислородный баланс у нас с вами матирует. И очень хорошо подходит на лето, поэтому на него тоже обязательно обращайте свое внимание. Это легкий базовый уход. Еще рекомендую гамаш. Его почему-то опять нет в каталоге, не знаю, есть ли он на складе. Из вот этой линейки сиреневой Axiology. Скидка 50% на гиалуронку.
Коллаген 55 класс. В коллагене все люблю. В гиалуронке тоже многое. Но на лето могут быть высыпания. На мискине до 70%. Смотрите. Кто любит, прям можно запасаться. Бабл маска в подарок при покупке любого продукта мискине со страниц. Или ICUL. То есть даже ICUL участвует в акции. Вот я, например, мискине не люблю. 42-45. То есть, если возьмете жемчужный крем великолепный для умывания, который сейчас с хорошей скидкой, то у вас подарочек будет Bubble Mask. Советую вот эту кафе-латте, либо грин-ти. Ну, мне так больше нравится. А, больше всего люблю кафе-латте. Классно. Так, замечательно. Прям у нас скидочно-скидочный каталог и новиночки. Супер прям. Кстати, вот эта вот штука, мини-патчи для проблемной кожи, лежали у меня уже где-то год достало. Сейчас вылезли высыпания в эту дичайшую жару. И применяю вот эти патчи. На утро прям прыщичек практически незаметен. Они действительно работают. Рекомендую, у кого есть высыпания. И подросткам тоже эту серию. Прям она потрясающая. Супер. Тяжелую артиллерию я вам пока не буду про нее рассказывать. Это мы все на зиму с вами оставляем. Потому что это сейчас очень тяжело и очень тяжко на свое лицо в такую жару наносить. А жара пришла, мне кажется, в каждый регион. Салфеток обязательно еще наберу. Это дикий-дикий восторг. Девочки, как они хорошо очищают. Вот я помню, у меня такие же ощущения были у детских салфетках в предыдущей серии. А, пятно. Кот у меня иногда любит поесть хлорофитум, а потом ему льет, зараза, на ковер. Именно на ковер ему надо, не на линолеум, а на ковер в зале ему исключительно это надо всегда делать. Такое бывает крайне редко, но когда он наестся у меня хлорофитума, засранец такой, он потом блюет. И вот это пятно от непереваренной зеленой травы на моем светло-сером ковре остается. Я взяла салфетку, а лень было идти за салфетками для удаления пятен, вот эту детскую, моментально вообще все отъела. Моментально. То есть, понимаете, вот даже для быта, для выведения пятен. И очищают они тоже потрясающе. Очень классные салфетки. Они, кстати, если их сильно жамкать, они сильно пенятся. Они рассчитаны именно на очищение. Да? Это детские салфетки, и, естественно, нам всем понятно, для чего они нужны. Поэтому очень крутые. Для выведения пятен вообще просто огонь. 55% на ума потрясающе тоже. Ага, это любимая пена девчонок, которая превращается из зеленой в синенькую. Классно. Суперская, очень нравится. Пастами надо запастись, кончаются. Сейчас хорошая тоже цена. 99 рублей без скидки консультанта. Со скидкой почти бесплатно. Просто прелесть. Так, дальше декоративочка у нас с вами. Пишите, девчонки, запросы, про что вам подробно рассказать в следующем обзоре каталога. На чем сделать свой акцент? Потому что если я буду рассказывать обо всем, это будет нудно и скучно, и никому не интересно. Этот обзор затянется на 2 часа. Прям пишите запрос там. Светлана, расскажите в следующем каталоге вот там про помады сатиновые, про туши расскажите там, про дезодоранты, про бытовую химию акцентируйте. Я буду вам все рассказывать. Потому что понятно, особенно кто новички, как бы очень интересно вообще про всю продукцию послушать отзывы честные, но весь каталог, конечно, не обозреть. На мужскую серию Lancelot по желтым ценникам прям рекомендую, если вот у кого день рождения приближается у мужчин, там в гости идете, шикарный подарок, аромат у Lancelot вообще потрясающий, мне очень нравится. Так же, как и Пик. Потрясающая, девчонки, серия. Я сама волосы мыла этим шампунем, сама пользовалась этими гелями для душа. Они такие классные, они так классно пенятся, они так вкусно пахнут. Очень классная линейка. 380 мл вообще за копейки. Потрясающая. Про краски, про уход за волосами, может, вам поподробнее рассказать. Пишите, обязательно будем обозревать. Так, 17 в одном, кстати, классный спрей. Шампунь вот этот нравится мне, я вам всегда про него практически рассказываю. Очень суперский. Детокс пока не очень большая скидка, 40%. Еще классная серия, ламинирующая. Работает, и зуд она у меня не вызвала, поэтому в линейке Эксперт тоже есть к чему присмотреться. Вот салонки я давно не беру, моим волосам не подходит. Они почему-то начинают пушиться. Хотя раньше, помню, года два назад, я прям обожала эту линейку. Еще подарочки. 1 плюс 1 равно 3. При покупке двух продуктов Ботаника, третий в подарок. То есть любых. Гели для душа, шампуни, все, что вашей душе угодно. Базовый, очень бюджетный, дешевый уход. За копейки. 400 мл объем. Вообще очень-очень дешево. Морожка 55, потрясающие тоже цены. Классно. С пастами акция не сыграла. До сих пор народ спрашивает. Во всех чатах пишут, что акция закончилась. Нет, народ до сих пор в чатах пишет, где же паста за 1 рубль. Вот опомнятся люди под конец каталога. А уже поздно. Надо сразу успевать. На Бонжорно хорошие цены. Прям есть на что посмотреть. Так, на Дейзики. Тоже неплохая. На спрее скидочка. Классная. Уход за зубами.
Здесь у нас набор концентрат плюс шампунь для густоты волос. Очень хорошая серия именно для волос и для ножек. Я ее прям обожаю. Размягчающий крем-компресс за копеечки тоже будет. Бальзам для ног гладкие пяточки. Какой у нас большой в объеме 100 мл, 159. Будет как бонус за покупку, класс. Для интимной гигиены тоже хорошие скидочки. Везде очень много хороших скидочек. Антифунгал пропиваю, сейчас допиваю. Ничего сказать плохого не могу. Пропиваю, и хорошо, все замечательно. Витамин D3 я брать тоже не стала, как VIP-новинку, потому что, ну, он как бы с нуля до 3 лет рассчитан. А мы пьем уже взрослый D3 с девчонками. Вот этот. И Крис у меня его пьет, в принципе, тоже с рождения практически. Ну, не с рождения, но с года, наверное, я ей уже вот эти капсулки даю. Первый год она у меня Вегантол пила жидкий. Это по типу Вегантола, кстати, как я поняла. Не масляный, а водорастворимый витамин. Витамин D3 вообще эта штука классная. Если у вас маленькие детки, за такие деньги вообще, за копейки берите. Коллаген уже вторую пачку морскую открыла. Потрясающе работает, тоже все супер. Мне вообще в этом каталоге надо конкретно БАДами запастись. Давно не брала. Прокладки снова в каталоге. На сайте они уже, кстати, появились еще в том каталоге, но... Они мне нужны были срочно, запас весь исчерпан, долго у нас их не было на центральном складе, поэтому купила другие. В этом каталоге хорошие цены, надо будет ночными своими любимыми опять запасаться. Корректор осанки снова у нас появляется. Что-то из серии Aromeo на складах есть, на центральном, на нашем спрейчике есть, но разбирают быстро, надо смотреть, смотреть, смотреть. Так, техника. Про что вам еще, мои хорошие, рассказать? Капсулы. Почему не берешь капсулу? У меня как-то недавно спросили. Ну, потому что это дороговато. По VIP-программе даже... Ну, по VIP-программе можно. Но все равно здесь 15 штук всего. Мне больше пластины нравятся. Как-то они эргономичнее, что ли, не знаю. Здесь сыпучий порошок я люблю. Вот, не знаю, душа как-то к капсулам не легла. Пластины по VIP-программе всегда беру. И парфюм тоже. Это потрясающие вещи просто. Тоже работающие. Все у вас хорошо, все у вас так замечательно. Недавно мне написали под видео. Вы знаете, вот мой канал этим никогда не отличался, что все хорошо и все замечательно. Если продукт Г, то я так и говорю. Просто я предпочитаю рассказывать о полезностях, нежели сидеть какой-то продукт хаять. Вот вы задавайте вопросы в комментариях, в следующий раз в обзоре расскажу. Если этот продукт мне действительно не нравится, я так и говорю, что он мне не нравится. Или что это полное Г. Рефрешер 55%, класс. Корзиночки опять появились. И хочется, и колется. Так, в конце у нас с вами что? Еще новиночки. Бытовая химия. О, кстати, на тряпочке будут желтые ценники. Надо запастись своими любимыми. Участвует она, интересно, моя любовь. Нет, не вижу ее. А, вот она. Салфетка для удаления пыли. Вот эту я обожаю. Они, вот такими я пользуюсь на кухне. Они просто потрясающие. 165 рублей без скидки будет. Вот две штучки, если возьмешь. Вообще меньше 300 рублей две штучки. Хорошо, замечательно. Прям просто протираю поверхности. Протираю поверхности, столы, столешницы. Протираю вот этими тряпочками для кухни. Мне прям очень-очень нравится. Так, бельишко у нас с вами даже в конце. Всемирный день помады у нас с вами опять. Жидкая матовая, потрясающая, очень люблю. Пост недавно в Дзене писала, где свотчила все оттеночки. И ролик тоже по макияжу недавно был, где 4 своих любимых ходовых оттенков показывала. У меня еще красная есть из этой серии. Вообще все помады хороши. Гидрошайн, вот такую я люблю на зиму. Сейчас она может потечь. И блески новые. Но сказать, что тоже возьму, нет, не возьму, девчонки. Это так вот, побаловаться. Я хотела вообще взять еще вот такой вот прозрачный потестировать. Пришел мне только Glam Cherry. Вот этот сиреневый, нет, не хотела. И думала еще вот такой вот освежающий розовый фламинго. Но он, опять же, он во флакончике освежающий, а по факту, скорее всего, будет розовым. И судя по сводчам здесь. Поэтому тоже не стала брать. Побаловаться. Они вкусненькие, такие сладенькие. Ну, больше деткам, мне кажется, даже поиграться. Так, ну что, на этом все, мои хорошие. Если остались какие-то вопросы, задавайте. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Для новичков опять будет потрясающий подарок. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под видео и вот здесь где-то вверху. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.